О, я красивый, вы да? Вы на канале Урал Спецтранс. Ну вырежешь ты это. Что я красивый? Да. Как? Вырежем, вырежем. Здравствуйте. Вы на канале Урал Спецтранс. Ольга слова забыла от волнения. Так. В общем, смотрите, у нас сегодня в обзоре вот такая интересная модель с манипулятором. Сделали мы ее на склад. Очередной Урал Next, да. Который ждет вас. Белый, а мы до этого все смотрели, я все спрашивала, все синий, синий цветом, а вот белый. А он тоже с двигателем ЯМЗ? Урал Next, который 6x6, именно 43, 20, 55, 57, они все идут в модификации с двигателем ЕМЗ-536. Другой вопрос, что их три там на 240 лошадиных сил, на 270 лошадиных сил и на 312. Это зависит опять же от того, какая коробка передач там установлена и какие прошивки зашиты, да, в мозги его. Мозги, как обычно, электронные сейчас, Евро 5, это то, к чему мы уже привыкли. Ну вот, Урал Next, честно говоря, сам по себе, да, интересный. Внешне выглядит, довольно интересно получается у него светотехника, что у Next она и сверху сам, не в капот, да, получается в крылья вшиты. И также снизу есть, в зависимости от того, где грязи меньше, больше, либо та вам поможет, либо это поможет. Здесь предусмотрены места для фиксации пальца, для того, чтобы его можно было, если что, буксировать. Есть подножка, которую можно убрать, а можно опустить, чтобы подняться к капоту и, соответственно, заниматься подкапотным пространством. 4320 72, это как раз таки с 536 двигателем и с коробкой передач ЕМЗ-1105 на 273 лошадиных силы, если не ошибаюсь, согласно паспорта. Ну, кабина довольно симпатичная, уютная, да, что... Такая же, как у самосвала, да, она? Next'ы почти все одинаковые идут, да, с пневматической подвеской именно водительского сидения, с жестко закрепленными пассажирскими сидениями. Ну, честно говоря, кто-то говорит, что не совсем удобная компоновка, да, ну, ребят, опять же, кому как. Если вы сравниваете с Volvo, Scania, Mercedes и прочее, даже с КамАЗом категории уже К5, ну, то, извините, в ценовой категории он немножко выигрывает Урал относительно них, да? Поэтому тут каждому свое. Кто... Желтенькая штучка, это покрашено специально, видишь, и наклеечка есть для чего, чтобы здесь это отмечено, куда вот этот вот демпфер устанавливается. И он как раз таки вот сюда вот устанавливается. Да, поэтому здесь есть наклеечка маленькая. Нет, почему? Желтенький, просто не по центру его наклеили, да? Ну, а как наклеили, так наклеили. Но самое главное, он попадает. Для чего? Чтобы краску не стирало. Вот это вот резиновое, все равно, если он вибрировать будет, он будет. То есть, опять же, вот по мелочам где-то они учли. Где-то, может быть, у них еще все впереди, но ребята, по крайней мере, движутся в нужном направлении, поэтому, глядишь, действительно, в скором времени... Слышала, да? Фактически, как легковушки, так щелк, и все, и красиво, все закрыто. Ну, да, не в сравнении. Но хотя ступенька, опять же, она для тяжелых условий, поэтому она вот таким вот образом и выполнена, что если зацепил ее, то ничего страшного, поехал дальше, да? Но при этом на уровне ступеньки и кронштейн бака под Air Blue, под мочевину, под катализатор, да, выхлопных газов. Стоят датчики на выпуске, на выхлопной трубе и в катализаторе. И в зависимости от того, как показывают датчики уровень СО, начинается подача отсюда. Там же есть еще и датчик температуры. То есть, если температура меньше 15 градусов, насколько я помню, плюса, да, в выхлопной трубе, то катализатор не подается. Когда она уже превышает 15 градусов и выше, то есть он уже действительно начинает вступать в работу, начинает как... в качестве катализатора, да, уже участвовать, и действительно это будет от него какой-то толк. А так как катализатор без температуры – это бесполезная вещь. Поэтому он начинает уже подачу и свою работу. Но многие до сих пор боятся, что на севере где-то при минусовых температурах он будет замерзать.
Ну, ребят, тут с этим сейчас что сделаешь? Есть, в крайнем случае, если действительно он замерзает и не дает доехать, есть определенные устройства, которые помогают доехать до сервиса. Постоянно ездить с ним можно или нет, это вопрос сложный. Но, соответственно, есть такие устройства, которые помогают вам добраться, по крайней мере, до сервиса без катализатора. То есть оно все делается, оно прошивается. А данный бортовой автомобиль с КМУ, причем КМУ в данном случае это ИМ-150Ню, который фактически полный аналог Palfinger'а 15500. Они все технологии сюда внедрили. Здесь уже присутствуют поворотные аутриггеры. Причем они гидравлический поворот имеют. Ну, довольно интересно получается, удобно, что да как. Работает очень хорошо. На самом деле, относительно вот обычного 150, который без буковки N, да, и который не имеет поворотные аутриггеры, то здесь... уже на порядок все продуманнее и интереснее, потому что InMan, ну точнее, в InMan Palfinger предоставил свои технологии, свои чертежи, и согласно их он теперь и собирается. Если даже посмотришь вот сюда вот на колонну, да, то все рукава собраны в чехол, и по-другому я его не могу назвать, да, аккуратненько уложены, так что даже при повороте колонны он не будет мешать. Причем, насколько я помню, во всех паспортах и инструкциях по эксплуатации, руководству по эксплуатации, у них стоит, что у рабочий диапазон по температурной, по температуре, да, от минус 40 до плюс 40. Ну, минус 40 зависит еще, конечно же, от ветра. Чем сильнее ветер, тем уменьшается температура. Но стали, здесь используется сталь S550, в результате она действительно позволяет такой температурный диапазон. Не каждый может себе такое позволить, и стрела у вас будет дальше служить. Ну, конечно же, если вы не будете перегружать. Причем грузовые характеристики его на 1,70 м от центра колонны, да, это получается 6100. Заявлено производителем 6 тонн 100 килограмм. Максимальный вылет у него 8 метров и буквально 10 сантиметров. Но это, как говорится, там уже остаточные 400-600 килограмм. Я не помню, надо подойти вот с той стороны. Вот минимальное я, честно говоря, запамятовал. С той стороны мы подойдем, обязательно посмотрим. Ну, вот здесь вот все необходимое оно присутствует. То есть рычаги управления. Стоп аварийный, это без него никуда не обойдешься, да? Стоп, это на случай подъема, насколько я понимаю, это рядом резонанс, слэп, если работаешь. Так получается, что здесь перегруз должен показывать. О. Освещение и, соответственно, звуковой сигнал, чтобы, если работаешь, то подал и людям известно, что ты здесь есть. И, конечно же, имеется уровень для того, чтобы выставить его в горизонт. Да. Ну, чтобы соответствовал он своим весовым характеристикам, которые должен грузоподъемность. Так, ну что, бортовая платформа у нас 6 метров 90 миллиметров. Вот таким вот образом она изготовлена из рифленой стали. С рисунком ромб, который уменьшает скольжение груза и в том числе тех стропольщиков, которые грузят его, да, и других работников, что резиновая подошва вот с помощью вот таких вот ромбовидного рисунка действительно намного надежнее, чем чечевичка или другое, да. А запасное колесо крепится к переднему борту. Мы туда подниматься не будем, вот отсюда ты можешь, в принципе, заснять и показать, что с помощью гаек. Скидываешь и скидываешь. Кран! Так, можно манипулятор. У тебя с собой кран, целый кран, которым ты спокойно можешь его зацепить, снять. И прям не то, что вот снять и дальше катить, а прям вот поднести и вот так вот зацепить. Зачем на себе таскать? Не надо. Что касается еще бортовой платформы, да, здесь имеются места крепления груза. Ну, по центру, конечно же. Кто-то скажет, что их немного и недостаточно. Ребят,
Здесь их столько, сколько у нас просили. Если вам нужно больше, напилим. Ну, вы скажите, мы вам сделаем отверстие, сделаем кронштейн, и да, скажем, сколько это будет стоить. Если вас это устроит, почему бы и нет. А в задней части имеются ступеньки для подъема вместе с ручкой, да? Ступенька откидная с правой стороны, когда подходишь к машине. А борт, он у нас стандартный, то есть цельногнутый лист. По бокам планки с креплением. И, соответственно, чем меньше сварных швов, тем меньше вероятность, что он потом будет ржаветь и пойдет коррозия. Ну, как легко и красиво, да? Да, демпферы это в обязательном порядке на каждый борт, чтобы они не просто ударялись, да, и бились, к примеру, вот об крылья, но, соответственно, чтобы они уходили сюда и держались. Куда дальше идем? В обход? Не знаю, тут видишь, как все это плотненько. Здесь плотненько. Вот этот борт мы открывать не будем. Заднее сцепное устройство, оно присутствует беззазорное, которое шло именно с завода, насколько я понимаю, вместе с выводами электро. Один с одной стороны, второй с другой стороны и пневмовывод. Фонарики остаются действительно тоже стандартные. Давай, аккуратненько проходи. И вот мы попали на другую сторону, я хотел еще показать, да, что демпферы, вот эти вот, они немножко, буквально на 5 миллиметров, они меньше. Но они дороже, мы же уже про это как-то рассказывали. Они дороже, если ты вот сюда вот посмотришь, что то здесь Ростар. Ростар. Они могут быть камазовские, а могут даже Ростар, то, что поставляет именно на КамАЗ. А это немножко другие, попроще, они подешевле. Они имеют меньше, получается, меньший размер демпфера и другое крепление, что у него туда впаян болтик. Если вот сюда, соответственно, это идет крепление, закручивается таким образом, то там и крепления разные, и, соответственно, он просто-напросто другой, поэтому дороже, да. Ну, не потому что Ростар, потому что у него хоть немножко, но другая технология изготовления, ну, и лучше, другая. Вот тот, да, лучше. Интереснее, он лучше, он проще в креплении, его проще крепить, но, соответственно, да, и денежек он стоит изначально дороже. Пусть не намного, но, как говорится, когда мы изготавливаем всю технику целиком, да, тут приходится за каждый нюанс бороться, чтобы его не ухудшить, но, соответственно, чтобы он работал у вас достойно. Почему? Потому что 5 рублей здесь, 5 рублей там, 5 рублей там. В результате у вас выйдет на 500 000 дороже. Вы скажете, а через чего? Внешне же они одинаковы. А все в нюансах, все в мелочах. Как раз-таки отсюда все и уходит. Второй бак. Ресиверы рабочие. И вот мы зашли с другой стороны. Как я надеялся, здесь указателей нету по его грузоподъемности. Ну что ж, нету. Нет, так нет. Нету. А он где-то на стреле, скорее всего, он там по центру присутствует, и все. Также здесь рычаги управления, также здесь имеется стоп и сигнал на случай, если вдруг в работе понадобится. Но нету, соответственно, отслеживания, какая грузоподъемность, сколько ты поднимаешь этого усилия. Ну вот он, ты отсюда можешь заснять, да, что это Palfinger Inman IM150 New, N, который N это означает new. Новый. Ну да, новый. Palfinger, то, что все сейчас в корпорации Palfinger Inman. Ну а им это то, что именно вот такой вот складной. Почему? Потому что у них есть еще тросовые, тогда там идет ИТ. Поэтому вот такой вот шарнирно-сочлененный, который складывается аккуратненько за кабиной, либо на заднем свете, они имеют маркировку ИМ. А те, которые тросовые, которые как кран остаются, они уже ИТ, да. Кто знает, почему М? Им 150. А вот я больше чем уверен, что представители Инмана в том числе нас смотрят, и они знают. Напишите в комментариях, почему все-таки им. Да не забывайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, будем отвечать. Да, и обязательно расскажем про новые изделия, как только они появятся и выйдут у нас. Да, всего доброго.